Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада видеть вас на моем канале. Пришла к вам с очередной хвастушкой. Вот такая зимняя кукла-девочка сегодня получилась у меня на моем закрытом уроке. Фигурка, конечно же, у нас бескаркасная. Лицо лепила без применения каких-либо молдов. Использовалась мастика Топ Декор. Для тех, кто, возможно, на канал попал впервые, я хочу сказать о том, что у нас есть как бесплатные уроки, спонсорские, так и платные. Платные уроки проходят в закрытом режиме, но все они продаются, и их можно, конечно же, приобрести. Для этого вам достаточно писать мне в любую соцсеть под видео, после чего вы получаете реквизиты для оплаты. После оплаты вы получаете ссылку на урок. Все ссылки постоянные, поэтому не нужно переживать о том, что через какое-то время она будет неактивной. Нет, вы покупаете урок один раз и используете его ровно столько, сколько вам необходимо. Ну что ж, я надеюсь, что данная девочка заслужила ваших лайков, поэтому буду их, конечно же, ждать. Также буду ждать ваших комментариев. На сегодня все. Всем пока-пока.